Здравствуйте, мои дорогие коллеги-садоводы! Казалось бы, самый простой кустарник кому-то покажется невостребованным, но мной безгранично любимый – это пузыреплодник. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Вот у меня здесь сформирована вот такая зона, она располагается ближе к барбекю. Почему я сформировала ее именно так? Я вам расскажу буквально о каждом растении. Но одно из них – это солист в этом миксбордере, именно пузыреплодник. Он прекрасно поглощает пыль, поскольку рядом находится зона барбекю, то мне очень хотелось кусочек чистого воздуха, свежего воздуха. Конечно, он на любом садовом участке и так чистый и свежий, но вот то ли это самомнение, то ли что, мне кажется, что пузыреплодник, он дает еще чище воздух, потому что он собирает всю пыль, собирает всю грязь. Если у вас участок расположен вдоль дороги и забор не глухой, а прозрачный, и вы хотите уберечь себя от пыли, конечно, посадите пузыреплодник. Во-первых, он очень быстро растет. Вот такой высоты. Посмотрите, у меня какой красивый куст. Это сорт пузыреплодника дьявола. Я его посадила совсем маленьким, молоденьким, 2 года, и вот такой роскошный красавец. Еще мне очень нравятся пузыреплодники зеленых сортов. Сочетание красных сортов с зеленым – это тоже очень и очень эффектно. Если вы будете делать живую изгородь или формировать какое-то зонирование участка, то можете чередовать. А мы вам сейчас покажем, как у меня сделана зона бассейна, как раз они через один. Как правильно стричь, мы тоже сделаем отдельным блоком. Просто мы сейчас покажем, посмотрите. Мы покажем обязательно, как мы будем формировать здесь бордюр. А сейчас пока возвращаемся к нашему красавцу дьяволу. Чем хорош пузыреплодник? Во-первых, у него очень красивые листва. Он задекорировал забор. Прекрасное июньское цветение. Посмотрите, какие пышные, красивые шапочки. Вот веточка, но настолько трогательная, хорошая веточка. После того, как пузыреплодник отцветет, останутся красные коробочки. Они никоим образом не портят куст, а только придают ему определенный шарм, очарование и дают какую-то такую дополнительную эстетику, изящество. Ведь на каждое растение можно посмотреть по-иному. Мы же с вами все разные. Также и растения, они все разные. Ой, как красиво присела бабочка. Посмотрите, какая красота. Цветет пузыреплодник, летают бабочки. Но это просто чудо. Аромат сирени, аромат роз. Кстати, да, венгерской сирени, которая сейчас цветет в июне. Ой, ну невозможно не насладиться красотой вот этих просто чудес, которые нам дарит природа. Ну невозможно не любоваться. Вот одна ветка и бабочка. Ну все, прям вот мне кажется, что-то какое-то вот чудо происходит в природе. Да, может, я немножко увлеклась, зафилософствовалась, но действительно красота этого растения непревзойденная. Хотя простой пузыреплодник. Агротехника очень простая, почвы подойдут любые. Единственное, что вы при посадке, когда сделаете посадочную яму, делайте по размеру контейнера, потому что лучше брать уже подрощенный кустик. В дальнейшем вы сами можете начеренковать, он прекрасно черенкуется и прекрасно размножается. При посадке заглубите чуть-чуть место, вот откуда растут веточки, и тогда он у вас будет более пышным, таким сразу начнет активно расти, активно вегетировать. Еще пузыреплодник любит стрижки. Конечно, он любит красивую формировку и обрезку. Я начала формировать один пузыреплодник в форме шара. Пока это еще черновой набросок. Когда я его доделаю, я вам обязательно его покажу. Черновик показывать не буду. Формировать можно либо вот в такой произвольной форме, видите, вот эта веточка как спадает, я ее специально оставила. В нижней части у меня находится спиреи. Если вы, вот это спиреи, кстати, сорт шарабана. Мы обязательно с вами посмотрим, как она цветет, я расскажу отдельно об этом сорте. Здесь еще размещаются гортензии, можжевельники, туи, то есть это такой зеленый красивый микс-бордер. Ивахакуру нишики мы ей посвятим отдельную передачу, отдельно сделаем блок и сделаем сразу ей стрижечку. Возвращаясь к пузыреплоднику, подкормки делаю только весной комплексным удобрением, весенним, минеральным. Пробежала, гранулы по влажной земле посыпала и все. Больше ничего не делаю. Вырезаю только старые ветки у тех пузыреплодников, которые раньше у меня были посажены. И наслаждаюсь красотой растения. Понимая, что они все очистили, всю пыль в себя забрали и дали мне возможность дышать свободным воздухом. Больше я ничего с этим кустарником не делаю, только любуюсь. Если у вас есть хоть какой-то маленький кусочек, свободный, посадите вот этот чудесный пузыреплодник. Я вас уверяю, вы ни грамма не пожалеете, и у вас будет красивый куст.
Если вы хотите приобрести саженцы такого замечательного пузыреплодника, вы можете обратиться во франчайзинговую сеть садовых центров «Северин». Имя сайта дублирую здесь. Если вы хотите позвонить по номеру телефона горячей линии и оформить заказ по телефону, номер телефона дублирую здесь. Вы можете оформить заказы у наших представителей в регионах. Контакты наших представителей вы также можете найти на нашем сайте. А я вам желаю хорошего настроения, цветущего сада. Пусть лето для вас будет красивым.